Массовые гуляния по случаю Наурыза прошли сегодня и на территории Экспо в Астане. Там развернули этно-аул с яркими декорациями и интересной развлекательной программой. Подробности у Гульдана Кале. Территория Экспо в буквальном смысле поменяла свой облик и напоминает что-то вроде аула кочевников. Белоснежные юрты, запах только что сваренного кожи и нарядные люди. Гости мероприятия все как один с удовольствием пробуют национальные блюда, поют и танцуют. Ну и, конечно, не обходится в этот день без светлых пожеланий здоровья и благополучия. Поздравляю всех наших жителей казахстанцев. Всего самого наилучшего в мире и добра. Наурыз для меня это обновление, это весна, это ожидание чего-то лучшего и прекрасного. Для меня это новое ощущение, новый год, новые мечты. Точка отсчета для нас это Наурыз. Для жителей и гостей столицы организаторы, а это компания «Казэкспо Конгресс», подготовили самую разнообразную программу. Это выступления творческих коллективов, мюзиклы об истории праздника Наурыз, выставки прикладного искусства, национальные спортивные состязания и многое другое. 21-22 марта здесь, на площади делового центра, прямо перед сферой Нуралем, мы организовали этноуп. Наши гости могут здесь попробовать различные угощения. Дополнительно в самой сфере Нуралем тоже организован бесплатный вход, это 21-22-23 марта, и также будет проходить активная развлекательная культурная программа. Массовые гуляния на территории Экспо продолжатся до 23 марта. Вход в здание музея «Энергия будущего» для посетителей бесплатный. Гульдана Халиен, Марат Дихамбаев, Хабар 24.